Виктор Петрович проснется рано. Виктор Петрович специалист грузоподъемного большого крана, высококлассный машинист. Новое утро начнет с кефира в кокони башни под небом синим. Виктор Петрович над грешным миром в полупрозрачной парит кабине. На 65 квадратных метрах жилья. В квартире у него вполне достаточный для жизни простор. Стены до сих пор помнят детский смех, где теперь семья. Остался верный друг, старый великан, черный лабрадор. С каждым днем растет новый Вавилон из бетонных плит. Стропольщик внизу в рацию кричит, вина май на стол. Столько лет вверху, и кажется, уже душа не полетит. Оборвется крюк, не вернется звук эхом древних труб. Спасибо, друзья. А это был Андрей Владимирович. Укреп.